Програма на слуху в ефірі. Я Ольгесіон Вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Міжнародний валютний фонд вимагає від України до кінця березня прийняти закон про пенсійну реформу. Так звані маяки від МВФ. Це підвищення пенсійного віку і робочого стажу. А як же справжня реформа? Адже небезпека ще й в тім, що Вийшовши на пенсію, сьогоднішні 25-річні, 30-річні, 40-річні люди можуть опинитися в такій же жалюгідній ситуації, як і сьогоднішні пенсіонери. Так що ж робити, як цьому запобігти? Будемо говорити сьогодні з нашим гостем в студії Сергій Брагін, колишній директор дирекції корпоративного недержавного пенсійного фонду Нацбанку. Нині голова ради одного із недержавних пенсійних фондів, заслужений економіст України. Здравствуйте, пане Сергію. Найперше, ваша е, оцінка. Наскільки висока ймовірність того, що дійсно люди, які сьогодні працюють, сплачують внески в солідарну систему так, в, со в межах солідарної системи, дійсно опиняться в такій ситуації, як сьогоднішні пенсіонери зі своїми мізерними пенсіями? Ну, Це стопроцентна вероятність, з моєї точки зору. Стопроцентна? Даже Навіть не сумнівайтесь в цьому. Солідарна система, вона достаточно хороша, скажем, мягко говоря, в диктаторском государстве или в государстве, где очень сильная, стабильная экономика, где, так сказать, есть возможности заранее понимать, что будет, как будет на длительный период времени. Сейчас, чтобы сразу обосновать этот тезис, я не буду долго развивать, я хочу сказать, у нас сейчас на Украине работающих граждан около 15 миллионов и пенсионеров, извините, на сегодня около 12,5 миллионов. Вот считайте, что каждый человек, который работает, должен реально содержать практически одного пенсионера. А если учесть нашу демографическую ситуацию, мы уже... Так сказать, достигли определенных высот. Мы держим третье место по смертности в Европе и четвертое место в мире по смертности населения. То, естественно, при таком раскладе через очень короткое время у нас, извините, но некому будет просто работать на эту солидарную систему. И чтобы не быть голословным, значит, посмотрите это официальные данные, которые ни от кого не скрывают, которые совершенно ясны всем. Это Так сказати, дефіцит пенсійного фонду, причому такий дефіцит, який непонятно, чим буде покриватися. В нас зараз є перший рівень і третій рівень. Давайте, щоб не, не перескочити, скажімо, про другий, це важливо, так це коли роботодавець плачує знов ж таки за людини в обов'язковому порядку від 2 до 7 відсотків так на особистий рахунок цієї людини. Это как Уявимо, раз це в 2012 Так, це, це другий рівень. Да, я да, ж да. кажу, щоб ми не перескочили э, і внесли ясність. Так, цей рівень, я читала в Вікіпедії, мав би бути запроваджений ще в 2012 році. Зараз це реально. Э, Значить, закон, который предусматривал введение цього уровня, був прийнято в 2004 році. І там було написано, що э, второй уровень пенсійного забезпечення... Будет только в том случае, если два года подряд не будет дефицита пенсионного фонда. Что нереально. Но э, дефицит пенсионного фонда сейчас такой, что как он будет покрываться, этого пока никто не знает. Хотя на самом деле это очень просто. Как только, так сказать, наша замечательная банковская система увеличит курс с, мягко говоря, 27,5 гривен, ну, я не буду точно говорить, сколько на сегодня не знаю. Скажем, там до 40. Сразу могучие поступления в бюджет — это бумажные, так не деньги, а фантики. За счет их можно опять же выдать те же самые фантастические вот же, вещи. Вот же цей другой уровень, он фактично на разе відпадає. Третій рівень, чому в цьому світі це працює? Чому ці фонди вони навіть змагаються за найбільш прибуткові інвестиційні проекти? От я зараз назву, наприклад, так: Сполучені Штати, General Motors, IBM, Boeing, General Electric, Ford Motor Company, потім там Kodak. це я не просто назви фірм перераховую, це не державні пенсійні фонди. Подякона, свершена, що робити, щоб у нас це могло, могло бути запроваджено. Тому що сьогодні молоді люди, от якщо поспілкуватися, готові були би відкладати, вони не хочуть стати ж браками через десятки років. Але питання довіри і, і можливості працювати є закон, неплохой закон системі не господарства пенсіонного безпечення, на основі якого у нас працює там около 180, по моєму і 150 фондів. Мы, как всегда, говорим А, но не говорим Б. Система, система, в которой законы либо не работают, либо работают по принципу, что закон, что дышло, как повернулась, так, так, так и вышло, да, она не может работать. Вот опять же, смотрите, у нас, по крайней мере, пять структур, которые официально контролируют негосударственные пенсионные фонды: это комиссии, Национальный банк. Значит, ну, еще целый ряд там структур. Однако в деятельность всех этих самых вмешивается в первую очередь, скажем, налоговая администрация со своими налоговыми э, законами. Государство без налогов жить не может. Но и э, развиваться при, как бы, ну, мягко говоря, не совсем нормальной налоговой системе оно тоже не может. Организовали фонд, открытый пенсионный фонд. Вы туда готовы внести свои деньги. Вы как... Э, физическое лицо, можете внести любую сумму, все, что у вас есть. Прекрасно, но вы вносите сюда чистые деньги. Ну, то есть те, которые у вас есть, которые вы когда-то заработали, то есть уже не освобождены от налогов. Вы приходите и говорите, вот, в соответствии так сказать, с нашим с вами договором, с пенсионной схемой, я хочу получать э, пенсию с, с фонда. Нет вопросов, значит, вы можете растянуть свою пенсию на 10 лет. Вот, и вам это минимум. Значит, ее легко посчитают. Ну, грубо говоря, чтобы не вдаваться формулой, специальная формула для расчета, но ну, если вы накопили 100 тысяч, цифры все с потолка, делите их на 10 лет, это 10 тысяч в год, Значит, и скажу, хотите помесячно получать, не торопитесь. Я... А так я хотела запитать, чего вы в цей час все-таки должны взрослать эти гроши? Не торопитесь, я до этого дойду. Так, так, вот, вы должны получать, грубо говоря, там, скажем, по э, тысячи в месяц. Ну, как бы, чтобы в, на протяжении 10 лет эти деньги выбрать. На самом деле, э, если правильно подходить к вопросу, то вы могли бы получить там первый месяц 1000, во второй, так сказать, э, чуть больше, потому что деньги работают, наворачивается инвестиционный доход, то, о чем вы говорите. На самом деле вы не получите эту 1000. Вот, а, объясняю, потому что вы получите 1000 минус налог. Ваши деньги обложатся налогом второй раз. Чтобы вы в этом даже не сомневались. Это несправедливо. В свете так и есть? В свете есть много чего. Но на самом деле пенсии облагаются налогом. Мы уникальная страна. Це одна сторона в мірі. Ви свого часу створили найбільший недержавний пенсійний фонд. Це недержкорпоративний недержавний пенсійний фонд Нацбанку. В 2015 році от є в інтернеті, я знайшла ваш коментар. Це стаття. Ви звертались до генпрокуратури. Ви звертались до Кабміну з проханням припинити дії керівництва Нацбанку по відношенню до фонду. Цей фонд вкладав гроші в економіку, це те, про що ми зараз будемо говорити. Звичайно. В реальний сектор економіки, В сільське господарство, там, я не знаю, ви ще, ви ще додасте, куди саме. Згодом був звинувачений в тому, ну, керівництво фонду, що вкладали в ризиковані активи. От ви мені скажіть тоді, як це розуміти? Це те, що нам треба, інвестиції? реальный сектор экономики, и это рискованные активы. Какая там сейчас ситуация, и как вообще до всього всего Як Как это все понимать? Э, отвечаю на ваши вопросы совершенно конкретно. Значит, э, я уже довольно давно, конечно, ушел с этого фонда. Но, опять же, можно сказать, не совсем по своему желанию. Я несколько разошел свое мнениях с тогдашним фондом, головой Национального банка господина Марбузова. вот, но фонд продолжал функционировать. У нас все время был принцип работы фонда, что, извините, я и на некоторые выражения буду говорить по украински, бо я до чего привык, это людские гроши, Людские гроши нельзя трогать, нельзя воровать, нельзя это самое, это неприлично вообще по определению. И этот фонд принял мой заместитель. У нас была совершенно четкая инвестиционная декларация, то есть то, что мы, куда мы вкладывали эти деньги. И деньги мы действительно вкладывали в производство. Вкладывали, ну, есть по существующему закону, по положению, нельзя вкладывать все деньги в одно и то же место. Как говорят банкиры, не ложите яйца в одну корзину. Существует определенное распределение. Мы укладывались в это распределение, но... По нему, допустим, в государственные ценные бумаги можно вложить все свои активы. И вместе с этими бумагами остаться без копейки денег. По нему можно вложиться в банки, и опять же на депозиты на банковские, и опять же успешно остаться без этих денег, что, собственно, и произошло у многих впоследствии. Делали реальные вещи, которые существуют и до настоящего времени, и работают, что самое смешное. У нас ни один проект не пропал просто так. Значит, нет, один пропал. Это в свое время смеялась над нами почти вся система э, финансовая Украины, что вот Национальный банк, ну, считали, что мы фонд, как бы Национальный банк, купил свинарник. Но на самом деле... Мы... Свинокомплекс мы... свинок... У вас был, да? да? ну, это был свинарник. Но это сельское господарство. Мы, его, те, мы нужно... его, сделали свинокомплексом. Причем это было бюджетообразующее... Э... Предприяття в районі uh -huh. сказати, що його операційна прибулька заставляла мільйон гривень. Це те, що працювало, реально приносило То, дохід? до що працювало, і... все, що приносило дохід по рекомендаціям, я так розумію, нинішнього совета пенсіонного фонду, головою якого є шановна пані Гонтарева. От і так сказати, але як це можна допустити, пане Сергію? Ми ж якраз говоримо про вкладення в економіку в реальний сектор, і, і ми бачимо. Как все Вы понимаете, мне бы не хотелось как бы называть конкретные фамилии это самое. Дело в том, что к руководству нашей системой банково-финансовой в какой-то части пришел человек, так называемый инвестиционный банкир. Если вы помните первое выступление госпожи Гонтаревой, что она сказала в Верховном Совете. Я, к сожалению, в этом ничего не понимаю, но я постараюсь что-то сделать. Есть, правда, целая куча титулов. Там инвестиционный банкир, лучший банкир мира. Кто такой инвестиционный банкир? Это, знаете, все равно, что доктор, только в понимании доктор. Инвестиционный банкир – это в переводе с иностранного биржевой спекулянт. И не более того. Ничего общего, в общем-то, с банкиром не имеющий. Еще раз говорю, не хочу говорить о квалификации. У нее есть определенная квалификация. Кое-что она делает и сейчас, на мой взгляд, правильно. Но у нее была своя система, своя ситуация. Поэтому она изложила, она пришла из структуры, которая занималась ценными бумагами. Поэтому ее подход к вопросу был такой, вложить все деньги в ценные бумаги государственные. Ну, во-первых, мы помогаем государству. Хотя трудно сказать, как мы им этим образом покупаем, помогаем, потому что ценные бумаги, которые выпускает Минфин, они обладают достаточно низкой Будем говорить доходностью и достаточно ненадежно будем опять же говорить это самое по этому вопросу. Дело в том, что в свое время мы для того, чтобы как бы захеджировать, ну, застраховать э, вложения тех, кто э, участвовал в нашем фонде, работников Национального банка, э, мы сумели э, купить евробанды валютные и даже э, определенную валютную выручку получили. Вот сейчас э, я очень коротко, чтобы не это самое... Значит, э, э, эта валютная ворочка, фактически сейчас э, валюта, с учетом того, что она выросла с 5,50 э, гривен за доллар, когда мы покупали, сейчас до 27, там 28, вот за счет этого этот пенсионный фонд что-то показывает, хоть какие-то результаты. Значит, э, мы вложились в народное хозяйство, я уже сказал, свинокомплекс. У нас прекрасный консультационный центр в Стрию. Мы построили с нуля, извините, даже с соседних стран туда народ приезжает. У нас, у нас, извините, я по привычке говорю у нас, это не наш уже, это умирающий фонд Национального банка. Значит, это овощехранилище, построенное по последнему слову техники. Это мясокомбинат, то же самое, с нуля, все сделалось с нуля, построены. Естественно, пенсионный фонд – это длинные деньги, это длинные инвестиционные деньги. То, это, это, это то, что не хватает государства, И естественно, что требовать от него какой-то мгновенной ликвидности или приравнивать его к банку – это ну, абсолютный бред и непонимание самого, самой идеи пенсионного фонда. Какими должны быть сейчас кроки власти, разумные кроки, чтобы реальную пенсионную реформу провести, а не только діяти за тем, что радует МВФ? Я думаю, что э, буквально несколько шагов, которые могла бы сделать власть. Во-первых, э, ликвидировать вот это многоначаление над пенсионными фондами сделать всего лишь одну конкретную структуру, которая будет заниматься этими имеется в виду пенсионными фондами, в том числе и фондами, которые будут работать по второму уровню накопительному, в том числе и... Обовязковый, да. да. но если он будет и если когда не будет дефицита фонда. Это первое, основное и самое главное. Ну и второе, это соблюдать законы. власть, власть должна сама соблюдати закони і обеспечивать их соблюдение. і створювати такі умови, щоб фонди могли вкладати в економіку. Це ті гроші, які нам необхідні. Первою у довгі гроші, первую які очередь. можна вкладати в реальний сектор. Абсолютно. Дякую, пане Сергію. Спасибо. Іванку. Дякую. Дякую. Дякую за цікаву розмову. Це був Сергій Брагін, колишній директор дирекції корпоративного недержавного пенсійного фонду Нацбанку. Нині голова ради одного із недержавних пенсійних фондів України. Дякую всім, хто з нами провів цей час. На все добре.